было несколько уголовных дел, два уголовных дела, которые против меня возбуждены. Это, значит, одно по компании «Нафтотранс», а другое по компании «Стройкласс». В компании «Стройкласс» я где-то вложил своих собственных денег, ну, несколько десятков миллионов. На сегодняшний день эта компания обанкрочена. К сожалению, обанкрочена. Опять-таки из-за того, что прекратилось финансирование, а финансирование прекратилось из-за того, что те деньги, которые я должен был получить как дивиденды, они, ну, собственно, были арестованы и находятся у следователя в сейфе. А фамилия следователя? Начинал все это дело, и не только это дело, то есть был единственный следователь, который ряд дел возбуждал, это был Мещеряков Дмитрий в ЦАУ. И вот в данном случае, каким образом требует какой-то компенсации, я еще не думал. Ну, вы знаете, она очень большая. Но, во всяком случае, давайте... Давайте я... Да, она очень большая. Все, коллеги, все.